куропатка. Настоящая, в самом делешняя куропатка. Удивительно. Я всю зиму пыталась найти их следы и какие-то попытки хотя бы узнать, живут они у нас или нет. И тут вот сидит куропатка посреди деревни. Вот. А почему одна? А она и не одна. Вот тут, похоже, вторая. Две куропатки. То есть это петушок должна быть и курочка. Они сейчас парами должны делиться и выводить птенчиков. Пришли пастись. Вот. Одна куропаточка. Они меня видят. Они замерли, думая, что я их не вижу. Привет. Сколько вы мне на работе крови попортили. Да-да-да, вы. Это просто птички, которые мастерски влетают в двигатели самолетов. Вот стою, снимаю куропатков. Ну какая милота. Вот это вот самец с красными щечками. Это самочка пошла. Давайте, уходите скорее. Такие курочки. Такая же милота. Деловой такой идет. Они сюда пастись. Вон он лютики ест. Эй, это же куриная слепота, ты же курица. Ты не должен есть ее. Не знаю, в детстве все говорили, что куры могут ослепнуть, если будут ее есть. Или если дети будут есть, то они будут слепые, как куры. Я что-то вот не помню подробностей, но называли куриной слепотой. Вот, вон там они. Ладно, я пойду. Куда шла, они пусть идут, куда они идут. Ну, они, значит, загнездятся здесь рядышком. Вон они. Ну, надеюсь, они на том берегу будут. А то тут собаки найдут их гнездо. Вот прям реально лютик ест. Вот уж что бы не подумала, что будут есть куропатки, лютики. Вообще я подозреваю, что их привлекла наша дорога, на которой я сейчас стою, потому что на ней песочек, крупные такие песочки или мелкие камушки. А куриным нужны эти камушки для того, чтобы пищу растительную в желудке перетирать. Вот. То есть, может быть, они их тут вот клевали, а потом уже стали уходить. Ну, в общем, вот они там пошли. Ну, вообще, я хотела, чтобы куропатки пришли ко мне на кормушку. Там зерно-то есть? Хотя бы на крысиную кучу. Потому что у меня у тети в Химках, это ближайшее Подмосковье, куропатки в Химках прямо на участок пришли и ели под кормушкой для синичек семечки. Вот. Ну, в Подмосковье их очень много, а здесь я никогда не встречала. То есть рябчиков там, вот тетерева видела или глухаря, не знаю, мне издалека плохо видно было. Вот, а тут вот куропатки. Ура! Только бы их не обидели собаки или кто-то еще.